Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, что вы приехали к нам. Я очень благодарна. Садитесь. У меня такой вопрос. Я очень много лет работала в банке после того, как училась. Но сейчас хочу поменять успех деятельности. Не знаю, чем заняться. Хотела вас спросить, может, вы мне поможете, как вы меня направите? А что в банке-то не хотите заниматься? Потому что я представляю штрафные истоки, я хочу полезной быть в этом мире. А штрафные истоки – это не совсем полезно для меня. Ну, я хочу чем-то другим заняться. Конкретно, ваш вариант. Хочу помогать людям, хочу работать с ними, с детьми, возможно. Но просто я не работала в этой сфере, не знаю. С детьми хорошо, да, вам по судьбе хорошо с детьми работать. Да, хорошо. Я хочу приехать в Сочи, но хочу здесь жить. Ну, можно попробовать, надо приехать туда в июле месяце, когда там самый плохой сезон. Там в июле зашкаливает просто жара, и где-то она начинается в июне и заканчивается, даже она в мае уже начинается и заканчивается в августе. Надо пожить там пару месяцев и понять, вы сможете выдержать этого или нет. Потому что многих там косит именно здоровье, жара вот эта. Там люди не выходят даже на улицу. Там реально просто пекло в это время. Если вы выдержите, то нет проблем, можно там жить. А если не выдержите, то тогда зачем это надо убивать себя? Смело выбирать сферу детей? А? Можно, значит, смело выбирать сферу детей и менять? Можно, да. Можно, да, сферу детей. Спасибо.